She was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? It's surprising that an elven apostate is the one who joined the Inquisition voluntarily. We're near another artifact. Yes, the wards are helping to strengthen the veil. This area should be safer for travelers now. Well, that should prove useful. And it seems the ancestors left something for me as well. Interesting. I believe our alliance is concluded. Go in peace, stranger. So was? Mahalani, Maglandeval, Vienna Selim. Aye. Perhaps you're right. Here, take it. Go with Mathal's blessing. Че, соусом лет сила? Так, вроде я шум убрал, потом послушаю. Что-то какая-то фигня. The rooms are interacting somehow with the flame from the torch. A weapon enchantment. This could be quite useful. Огненная руна, это что еще за ведьмаковские приколы? Так. Так больше ничего нету, да? В принципе, да. Так, стоп. Чей инвентарь у нас? Стоп, сомневался. Ай, почему не мне, а? Да, он дает 2 очка. Так, давай магию льда немножко ему подразобьем. Так, область действия 3 метра, да? Ох, ё. Нехило, я тебе скажу. Преисподняя. Жертвоприношение. Вспышка. Чувствую, соус у меня уже круче меня. Это нечестно. Так, кое-что проверим. Я говорю, не знаю, репение прошло или нет. Это походу у меня от того, что идет звук от монитора еще плюс добавок. Почему-то пытается игра прицепиться к этому звуку, микрофон тоже. Короче, фигня полная, непонятно ничего. И вообще, мы в лагерь шли делать себе новый. Начнем с этого. А вот золотишко могли побольше подкинуть. У тебя такие прекрасные заклинания есть, где они?
They are retreating. We must pursue. Наконец-то хоть одного убьем. Электричество как-то хреново на них действует. Сколько у них штук, сколько хитрить напополам. Угу. Мы еще и задание сделали. А, так правильно. К заданию вел лагерь, я понял. Нормально. Как мне забежать сюда? Сделаем непременно. О, какая тут тень жесткая. Железо мне не нужно. Там еще железо. Здесь у нас... О, привет, маленький. Так, все, лагеречек есть. Зелье пополнили, да? Ну, жестко, кстати говоря. Ну, эти хотя бы одолели. С горем пополам. Так, здесь у нас что, драконьи камни, железо или железо одно сплошное? Одно сплошное железо. Ну хотя бы буду знать, где железо можно набрать хорошо. В случае, если ничего не будет... She's taking flight. Ну да. Дракон, здравствуйте. Так, у нас есть гигантская ящерица. Надо ее будет как-нибудь прибить сейчас. Есть идеи?
Почитаем давай. Письмо из во внутренних землях. Пробные раскопки оказались более чем успешными. Удивительно, что удалось найти продукт в таком количестве, настолько близко к поверхности. Если бы я еще не знал, что это, то подумал, что он здесь буквально растет. С одной стороны, это дает нам преимущество. Наши семьи могут получить неплохой навар. Им без необходимо работать со старыми амазмарскими семьями, даже без официальных каналов. С другой стороны, близость к поверхности и населенным районам Редклиффа делает задачку весьма непростой. Война между магами и храмовниками пока удерживает жителей в стороне. Пока только людям надоест убивать друг друга, безопасность наших денег, а дел окажется под угрозой. Если мы хотим воспользоваться шансом, надо помешать жителям вернуться сюда. Предлагаю изобрести каких-нибудь разбойников. В этой части Филадрена их полно. Так что много внимания они не привлекут, и никто не станет сомневаться, что на этой территории вовсю орудует шайка. К тому моменту, когда наши операции обнаружат, все дело либо провалится, но тогда мы уже исчезнем, либо будет идти гладко. Там мы будем достаточно богаты, уже спокойно все отрицать и подбросить властям деньжат в качестве извинений. Поговорите с друзьями и запустите процесс. Слишком уж хороша возможность, чтобы ее пускать. Ладно. Чего добычу вывели? Железо, что ли? Так, все, хорошо. Я, конечно, все понимаю. Как мне справиться с тем засранцем? У меня есть одна идейка. Давай попробуем. Ну, блин. Так, никого нету, да? Окей. Так, лады. Мы умеем баговать. Ну, как сказать, баговать? Принцип здесь один. Тот меня прибьет, да? А, 12 левел. Порошок сотрет. Но я же хитрый. Воспользуемся уловкой. Так, вообще-то, по идее, командой мы сможем завалить дракона. Это не проблема. Мне волнует то, маленького дракончика завалить сможем. Вроде там эта хренотень сидит, да?
он немного подкоцан уже. Ну, хотелось бы мне в это верить, но нет, не подкоцан. Там ли этот дракон или нет? Вот в чем вопрос. Да нет, вряд ли он там. Эта ящерица там точно не будет. А вот этих вот мелких ящерок... надо было поубивать. А, так ты достаешь до сюда, гад. Нахальный гадюныш. Все. Пушил. Так, стоп, а где лут? Да ладно тебе, после них еще лут бывает не остается. Ох, елки. Все настолько плохо, да? Ладно. Где он, что меня здесь достает? Да, походу достает. Так ты пакость мелкая. Понятно, значит, он только в одном месте меня не может достать. А, хорошо. Хотя ничего пока хорошего я не вижу. Я и дракона не вижу. Я вообще хоть по нему как-то попадаю. Ну да, урон еще огнем давай.
Ну, можно попробовать, конечно, этот дурдом, правда, я не уверен, что это вообще логично. Ну, умного здесь точно нет ничего. Не получается. Так. А если я сделаю, знаешь, что по-хитрому? Он там сидел на возвышенности. Мне интересно посмотреть, если я сделаю вот так. Вот на возвышенности-то я его смогу как-нибудь зацепить. Бога юзим как можем. Так. Что я его тогда пытался убить еще первый раз? Не получалось. Я хотел попробовать в соло его попинать. По мягким местечкам. Но его там нету, да? Он теперь там не сидит. Еще когда-то он там сидел. А где ты там, ящерица? Не, ну огнем-то его что не пробить, это понятно. По-моему, этот посох бесполезен. Кто меня, блин, атакует? Можно вопрос? Блин. Обожаю эту игру. Возьму грозовой. Сомневаюсь, что с тем вообще имеет смысл. Как-то заморачиваться. Ну, здесь тоже атакуют. Но везде атакуют, конечно. Повсюду. Блин. Ты издеваешься надо мной, вот прылая игра. Ненавижу я такое вот в этой игре. Когда тебя не атакуют, но пишут, что атакуют. Атака здесь не идет не от атаки, а от места, где ты находишься.
Ну пошли еще раз прогуляемся. Так, погоди-ка. А, ну да. Так. Тактическая камера. Как я тебя, блин, обожаю. Теперь на дракона можно взглянуть? Холоду, стойкость к огню, понятно, к молнии вроде все нормально. Теперь кто его атакует? А, понял. Сейчас как-нибудь доберемся. Обсидиан просили собрать, кстати. Вон наша ящерка сидит, да? По нему попадаю. Я вот в упор не вижу. Попадаю. Так, значит, нужно холодом, что ли, получается, да? И убить только. Так, невосприимчивость к замедлению, к эффектам, уязвимость к холоду, высокая устойчивость к огню. Поражен громом. Ой. О, погоди,
403, 428. Я все-таки по нему попадаю, ты или нет? Так, погоди, сколько там у него теперь осталось, да я посмотрю. Так. 101, 790. О, я нашел все развлечения, кажется. Ну, ладно. Ну, короче, народ, я ухожу на паузу. Вероятно, не знаю, насколько, на полчасика вернусь к вам, когда буду заваливать уже дракона до конца, когда хоть останется 1010 хп. Да, нашел все развлечения на вечер, реально. Пока сидел, убил дракона, сколько? Ну, 20 минут в среднем уходит его убить. Вспоминаю, что вроде бы последнее прохождение я так его и лупил. Или убивал, но что-то мне не понравилось, я его прекратил убивать. Но точно я помню, что я вот так стоял, тоже как баран. И в носу ковырялся минут 30. Это очень хорошо припоминаю. Но не припоминаю, почему я его... Может, лута с него не было? Сейчас посмотрим, может тут в камне падает. Но все равно сможем подобрать его, это не проблема. Или лута просто не было тогда. Is everyone all right? Ты меня так отшвырнула? Так, драконий пояс сосредоточения. Ну, прекрасно. Гранат. 15 уровень. Посох великого чародея. Такое говно. А, урон от холода, смотри, какой неплохой, да. Неплохие рукояти. Знак. 1000% урона от яда. Насыщенная драконья кровь. 10 штук, драконий зуб. Один всего лишь. 5 кожи, 3 чешуйки. 5. Так, знак. Вы нашли знак. Знаки можно прикреплять к доспехам, получая особые преимущества. При этом возможны определенные штрафы. Ага. Любопытней становится. Спасибо, что написали. Мне обсидиана можно? Мне бы он не помешал. Так, ну где обсидиан? Мы насобирать можем, это хорошо. Так, что нам дает обсидиан? Да я посмотрю. Так, она нам дает... Грозовая эссенция. Нет, это нам нужно для ковки. Обсидиан. Второй уровень. Опять телосложение. Так. Не то, что мне нужно, но ладно. Но обсидиана все равно надо собирать, как ни крути. Я думал, тут королевский корень будет. Обсидиан.
О, кстати, я же уровень поднял. Так, вот теперь мне нужна вот эта вот хрен. Шаг в тень. Так, потом мне нужно будет... запиндюрить. Не, вообще то, что я 12 уровня дракона победил, могли бы дать побольше. Какая-то меточка еще есть. Сорян, я обсидиан собираю. Он нужен для задания. На каком уровне надо было эту хрень? На 20-м убивать, да? Ну а как еще ее назвать? Так. Ох ты, ёлы-палы, так здесь порт целый. Даже веревки восстановила, ничего себе. Молодец. Так, записочку давайте тканем. Так, перечень для поставки бревен, каналов, та-та-та-та-та-та. Список материалов для постройки причала. Ну вот то, что у нас здесь. Надеюсь, что-то полезное. Так. 23 обсидиана, ну нифига себе. А, виридий второй уровень. Трешнушный. Тронутый тенью обсидианус. Да ты издеваешься. Я-то думал, это... А, так это один ящик. Я думал, три. Малахит. Так. О, блин. Я-то уже губу-то раскатал. А. Не, ну это дракон, я помню. Я долго упорно его валил. Но может, с него лут тогда не выпал. И лут где-то застрял. Ну точно скажу, я его валил. Послание, берегись, слишком много тварей. А, то есть если она стоит здесь. А, если пробегает, то ничего страшного. Ну ладно, логично хоть как-то. Я не против. Это еще более-менее, ну вообще огонь вреда не причиняет. Я был бы не против. Правда, дракон доказал обратно. Еп. Так, веретеница. Хорошо. Так, ну чё, запинали бедного дракошку-тутошку. Давай сразу тэпаемся сюда. В наш новый лагерек. Потом к окуляру ему надо будет добраться. Здесь уже пойдем с отрядов. Надо попробовать этих дракошек напинать по одному месту. Ну, на этом, народ, я закончу. В принципе, достаточно. Дракона завалили. Сейчас надо будет записать серии, посмотреть, есть ли у меня, опять же, огрехи. Потому что мне не понравилось это очень сильно. Всем удачи, всем пока.